Вулканчик. Вот сейчас я приглашу сюда моих помощников, и я думаю, что у вас найдутся силы и желание произнести, прокричать свое имя. Вот, например, как вас зовут? Георгий! Вот. Вас как зовут? Анастасия! Договорились, да? Они еще об этом не знают. То есть я их представляю, махну вам, будет сразу свое имя. Как крикните, им будет приятно. Но прежде чем мы начнем наше представление, я хотел бы сказать вот о чем. Мой отец, он не был фронтовиком, но он начал службу в армии в 45-м году. Прослужил в армии 5 лет. Да, так иногда служили. И свой первый театр я видел на столе его. Он показал мне «Петрушку». Мне было тогда 3 года. Остались смутные воспоминания, но вот осталось вот это ощущение домашнего театра. И этот спектакль я посвящаю памяти своего отца. И второе. В октябре, а точнее 28 октября, наш театр, мой театр, отмечает 30-летие. То есть мы ровесники Маски. Поэтому, не мудрствуя лукаво, я решил соединить несоединимое. Разные фрагменты из разных масок. Что из этого получится, я не знаю. Но вы же добрые. Добрые. Ну, тяните головы, да? Знаете. Ну, да, все. Итак, дорогие друзья, вы готовы? Да! Помните, да, свое имя? Но разрешите представить моих помощников. Полина и Женя. Богдан. Вот так начинается балаган. Кстати, знаете, что такое балаган? А? Знаете? Точно знаете? Конечно. Но теорию лучше всего проверять в практике. Вот, например. Я могу сейчас, прямо, конечно, называется с этого места, организовать путешествие вокруг света. И у вас есть редкая возможность всего за 1 рубль попутешествовать. Кто хочет путешествовать за 1 рубль? Пожалуйста, любой. У кого есть рубль? Ну-ну-ну, смелее. Я. 5 есть? Тогда 5 раз вы будете путешествовать. Выходите сюда. Ваши аплодисменты. Анжелика, вы давно путешествовали вокруг света? Вообще любите путешествовать? Да. Итак, у вас редкая возможность сейчас попутешествовать вокруг света. Вот так начинается балаган. Итак, поаплодируйте, пожалуйста. Пять рублей. Я тоже сегодня добрый. Это не персона. Не забудьте потом рубль отдать, хорошо? Ваши аплодисменты. Спасибо. Вот уж горит свеча, значит, сейчас должно что-то произойти. Ту драму, я подчеркиваю именно слово драма, кукольную драму, мы показывали на самой первой маске. Я думаю, что своей актуальности она не потеряла и не потеряет никогда, потому что ей более 1000 лет. Называется она так, кукольная драма, вертепная драма, царь Ирод. Да, я забыл сказать самое главное, мне нужна будет помощь. Вот, если вот так вот я помашу, застучу ногами, вы должны сказать так. Давайте попробуем. Не верю. Давайте вместе. Все. Итак, готовы? Аплодисменты. Царь Ирод. Воин мой воин, воин вооруженный, стань передо мною, как и с тобой и слушай мои приказания. Хать-два! О, грозный царь Ирод, по что своего верного воина призываешь и какие грозные приказы повелеваешь? Пойди в Вифлеем и избей всех младенцев от 2 лет и ниже. Хать-два! О, грозный царь Ирод, по твоему приказу я сходил в Вифлеем и избил всех младенцев от 2 лет и ниже. Только одна старая баба Рахиль не дает своего детенка бить. Приведи ее сейчас сюда. Ать-два. Как ты, старая баба Рахиль, смеешь не давать своего детенка бить моему верному воину, когда я приказал? Да он у меня один. Он такой маленький. Да от него нет никому зла. А так ты еще и смеешь мне грубить? Кали ее ребенка, кали!
отсюда старую бабу. Иди, иди отсюда. О, Ироди, Ироди, полно тебе грешите, пора смерти просите. Воин мой воин, воин вооруженный, стань передо мною, как лицо перед тобой, и слушай мои приказания. Ай-два, ай-два! О, грозный царь Ирод, по что своего верного воина призываешь и какие грозные приказы повелеваешь? Прогони отсюда всего старого бродяга. Иди, иди отсюда. О, Ироди, Ироди, полно тебе грешите, пора смерти просите. Вот я пришла к тебе, настал твой смертный час. Склони свою голову на мою косу. Дай отсрочки один год. И на один месяц. Дай на один день. И на один час. Дай на одну минуту. И на одну секунду. Ангел пролетел. Вот такая веселая, точнее не веселая, драма. Мы продолжаем. Многие, наверное, уже познакомились с красотами нашего города. И наверняка видели, вечерний порой по улицам гуляют. Ну, не сами по себе, но все же гуляют настоящие астраханские лошадки. Видели? Да. Вот одна из таких лошадок живет в нашем домашнем театре «Балаганчик». Но, как водится, мне нужны помощники. Итак, кто хочет быть помощником? Выходи. Я смотрю, грустный такой, да? Печальный. Так, есть еще помощники? Мальчишки бы хорошо. Можно, девчонки? Выходи. А можно, чтобы ты тоже улыбнулся к нам? Гулять так гулять, чудить так чудить. Эх, я бы еще пригласил, но не знаю, боюсь, что все сюда захотят, а потом... Есть еще желающие? Девчонок, доберемся. Ладно, все, подождите. Итак, хочу вам по секрету сказать, ну все вы знаете, все вы артисты, что самая трудная профессия артиста – это заключительный поклон. Не верите? Ну, смотрите, поклон. Я же говорю, самое трудное, никто не аплодирует, да? Впрочем, конечно, до этого еще должно быть что-то. А что? А что? 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 А давайте сначала проверим вас, ваш и ваш интеллект. Вопрос довольно простой. Сколько ног у лошади? Ну, сколько копыт у лошади? Так, быстрее, быстро. Ну, четыре. Четыре. Сколько ног у лошади? Три. Четыре. Четыре. Правильно, да? Точно четыре? Все запомнили? Четыре. Теперь более сложный вопрос. Вспоминаем лошадку. Четыре ноги. С правой стороны сколько ног? Две. Сколько ног? Две. Сколько? Две. Ну, а теперь осталось только соединить. Четыре ноги и две ноги. Итак, четыре плюс два будет сколько ног? Шесть. У лошади сколько ног? Четыре. Шесть. Не верите? Сейчас проверим. Итак, знаешь, что такое предлагаемое обстоятельство? Да. Значит, вы сейчас будете изображать всадников. Лошадь у нас есть. Держите. Садитесь. Как ты сел? Вы с ледышком. Куда ложишься? Итак, проверяем, сколько у нас всадников. Считай. Раз, два, три. А теперь посчитаем, сколько у нас ног. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, голова есть? Есть. Хвост? Нету. Хвост почти. Ой. Драки потерял. Значит, смотрите, предлагаемое обстоятельство. Вы здесь гуляете, как будто траву ищете, но не балуйтесь, да? Вы изображаете настоящую астраханскую лошадь. А мы внимательно слушаем, подпеваем, ну, кто что запомнит, и знакомимся с красотами природы. Итак, готовы? Внимание! Внимание! На старт! Ну что, поехали? Лошадь по городу шла не спеша, я сказал.
сказал истинно. Все удивлялись, как хорошо. Все удивлялись, как. Фары таращили автомобили и пропускали лошадь вперед. Все пешеходы лошадь любили и говорили. А что говорили? Запоминайте. Вы посмотрите, лошадь идет. Запомнили? Давайте повторим. Кто как получится у кого? И вы посмотрите, лошадь идет. Второй куплет. Лошадь по городу шла не спеша. Все удивлялись, как хороша. Все улыбались, лошадь прошла, а улыбки остались. Все удивлялись, все улыбались, лошадь прошла, а улыбки остались. Вы посмотрите, лошадь идет. Товарищи, посмотрите, какая лошадка! Вы посмотрите, лошадь идет. Ну а теперь сначала до конца, вместе, дружно. Лошадь по городу шла не спеша. Лошадь по городу шла не спеша. Все удивлялись, как хороша. Все удивлялись, как хороша. Лошадь шла, шла и вдруг решила. Еще один год нашей маски. На этой маске был показан спектакль, фрагмент которого вы сейчас увидите. Он называется так. Катавасия. Причем с буквой О. От слова кот. А почему? Вы сейчас поймете. Итак, катавасия. Кстати, вы знаете, как коты разговаривают? Мяу! Вот сегодня собаки замечательно разговаривали, там и кошки бы. Так, ну-ка. Мяу! Такое ощущение, что вас сегодня покормили. А если радость? Но, поверьте, в нашем домашнем театре живут не только коты и кошки, но и другие домашние животные. Кстати, какие домашние животные вы еще знаете, кроме котов и кошек? Собаки? Свиньи. Свиньи. Петухи, лебеди. Попугайчики. Шиншиллы. Вот. Вот. Мне понравилось, когда человек сказал «свинья» и на меня посмотрел. Почему? Внимание! Честно, честно, у кого дома живут красивые, симпатичные, рыжие, усатые тараканы? Подняли руки! Все правда? Мы их бережем, они нам пригодятся. Итак, тараканов не обещаю, а вот, собственно говоря, с одним из наших представителей мы сейчас познакомимся. В небо летит мой.
может быть, там колбаса пролетит. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. Мысль, что бывают еще чудеса, даже приятнее, чем колбаса. На-н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 а. Мяу. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Мяу. На-н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 а. Мяу. На-на-на-на-на-на-на. Мяу. Мяу. Разрешите представить вам нашего домашнего любимца, зеленого, красивого. Крокодилушка не знает ни забот и ни труда. Золотят его чешуйки быстротечная вода. Милых рыбок ждет он в гости, на брюшке сквозь камышей лапки врозь, дугою хвости и улыбка до ушей, и улыбка до ушей, хоть завязочки пришей. А теперь мы отправляемся в сказочную страну, где живут, конечно же, добрые герои и, конечно же, отрицательные, такие как Баба Яга и Кощей Бессмертный. Кстати, знаете, чем они питаются? Вот этот вопрос философский, который непонятно, как решить. А мы сейчас вам ответим. Итак, Баба Яга и Кощей. Готовы? Запоминайте. Баба Яга не ест творога, а дядя Кощей не ест овощей. А что же они едят, а? Ребят, которые не едят ни творога, ни овощей, ни прочих полезных вещей. Но вам-то бояться не надо. Вы творог едите? Да? Нет. Ну-ка, да как, да? Нет. Вот так, на всякий случай, ешьте. Чуть позже. Так вот, сейчас мы покажем вам народную комедию, которая называется «Петрушка». Там, может быть, есть какие-то странные, старые слова, но если что, я буду рядом, я же вам переведу. Договорились? Итак, народная комедия «Петрушка». Здравствуйте, господа. Я пришел. Я Петрушка Мусье. Пришел повеселить вас всех, больших и малых, молодых и старых. Так вот, каков я Петрушка. А, забыл. Петрушка. А прозвище как? Прозвище это, судя по всему, Петр. Фамилия. Петр. Вы знаете, как фамилия? Петр. Рататуй. Так, Петрову больше слова не даем. Хорошо. Действительно, рататуй. Ваши аплодисменты Петрову. Александр. О, у него же музыкант есть. Что скажешь, Петрушка? Я тебе новость скажу. Какую? Я задумал, брат, жених. Ха! Что за жизнь холостого? Все тебе
обижаю. Это точно. А вот когда женюсь, приданного возьму. Ой-ой-ой, как заживу. А на ком ты, Петрушка, жениться-то задумал? На дочери купца. Я знаю. На дочери купца. По фамилии Докучаев. А приданного много берешь? Больше, чем сам стоит. Да врешь ты, Петрушка, она в тебя и не пойдет. Только в изъянке идет. Последние гроши потратишь, да еще и по спине схватишь. Брось. Ну, брат, врешь. Такого молодца кто не полюбит? Так ты покажи невесту. Это можно, дело не сложно. Сейчас покажу. Дуня! Ой, сдается мне, что невеста у него глуховата. А мы же поможем. Итак, все вместе дружно, Дуня и... Дуня! Ой, я же говорю, глухая совсем. И так громко-громко! Дуня! Смотри, музыка. Хороша невеста. Хороша-то хороша. Да, тьфу, курноса. Ай, врешь, музыкант. Ну ты посмотри, что за глазки, носик, ротик, ручки, губки, шейка какая. Да быть такой сам сумей-ка. А пляшет-то. Ну-ка, сыграй, кусочек, чего-нибудь. Здравствуй, Петрушка Мосье! Здравствуй, здравствуй, фараоново отродье! Что тебе надобно? Говори побыстрее, а то мне недолго. Погоню и по шее. Петрушка Мосье, мне сказали на шоссе, что тебе лошадь нужна. А? Лошадь? Нужна, нужна. А хороша ли лошадь? Лошадь хоть куда, без гривы, без хвоста. Что хвост и гривы, одно украшение. А голова-то есть? Только и есть, что одна голова, да и ее еще нет. Коновалу в починку отдана. А масть какой? Серая. А добра-то она? Очень добрая. Под гору бежит, скачет, а на гору ползет и плачет. А если грязь упадет, сам тащи, как знаешь. Зато божится готов, что не трясет. Рысью не бегает, а шагом еле-еле идет. Ха-ха, вот так лошадь. Как раз по мне и по будущей жене. Дамы трусливы, а лошадь без головы, значит, смирная будет. Пойди, приведи. Музыкант! Что? Сколько ему за лошадь дать? За рублей 15, да? 15? Дороговато. А вот я с ним поторгуюсь. Ну, поторгуйся. Поторгуюсь я с ним. Цыган, а где же лошадь? Маня! Ой! Сдается мне, что и лошадь глуховата в нашем театре. Давайте поможем. Маня вместе и... Маня! Мертву разбудите. Но не получился. Давайте еще раз и... Маня! Вот так лошадка! Ну и сколько себе за нее? 1 999 999 рублей 99 копеек. Дороговато. Получи палку-кучеряпку, дубинку-горбинку, и по шее тебе, и в спинку. Ты плачь, Петрушка, мы с детишком насала. Так этого тебе мало? Ну так подожди, я пойду тебе задаток принесу. Ну, вы же сами знаете, сейчас деньги не иначе, как в чемоданах носят. Сейчас посмотрим на этот миллион. Вот тебе, вот тебе задаток. Музыкант! Что? Хороша ли лошадь? Хороша-то хороша. Да, тьфу, курноса. Ай, врешь, музыкант. Я сейчас узнаю, как ее оседлаю. Оу! Аптекарь. Когда приходит больные господа, я их лечу удачно всегда. Живых, что делать, научу иногда вместе хином, шлем, ох, сучу. Ко мне людей везут на ногах, от меня ведут на дрогах.
А те, кого принесут на руках, то те принесут на подгост, на санях. Я доктор. Ах, доктор, не губи меня. Пускай тебе не поеду ни на санях, ни на дрогах. Ты бы меня в пролетки отправил, тем от смерти избавил. Ну, говори, покажи. Вот тут. Тут. Пониже. Тут. Повыше. Тут. Пониже. Тут. Повыше. Тут. Да то пониже, то повыше. Встань, да покажи. А то в касторке там. И клизму. Ой-ой. Спасибо. Я уже здоров. Конечно, клизму. Все клизму. Теперь плати за лечение. Наше почтение. За что? Известно, за лечение. Ну хорошо, я сейчас пойду, плат принесу. Ой, ребят, я же знаю, какая плата, вы же тоже знаете. Отойду-ка я подальше, а то и сейчас мне достанется. Ой. Я даром не лечусь. И с тобой, доктор, расплачусь по-своему. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. А вы что сидите, платите и вы мне, а то... А у нас только аплодисменты и... Вот такой у нас был спектакль. Ну, а теперь я хочу вас спросить, давно ли вы были в цирке? Да? Нет, да. Да, нет, нет, да. Или да, нет? Нет, нет. Нет, или да? Нет, да. В общем, хотите или не хотите, мы вместе с вами отправляемся в наш домашний цирк. Где, конечно, есть место и странным животным, таким как Кухры-Мухры, таким как абсолютно не странным, но симпатичным клоуну, клоун Гоша. Гоша Бутусов такой есть. Вот, есть у нас там Булька. Впрочем, что я вам все рассказываю? Давайте посмотрим. Итак, вы готовы? Ну, мы тут точно готовы. Ваши аплодисменты. По моей команде все открываем. Закрываем глаза. Закрываем, закрываем, закрываем. Не подглядываем. Так, я проверю. Так, здесь хорошо. Так, ладно, вам можно. Вы члены жюри, вам можно. Нет, вы тоже закрываете. Внимание, открываем глаза. Закрываем глаза. Заснуть.
небольшая сказочка, которая называлась и называется «Каша из топора». Что, знаете, да? Да! Ну, сейчас за мной проверим. Итак, если вы готовы... Да, я забыл, да что ж я увлекся. Нам нужны помощники или помощницы. Я хочу. Ну, приз уже тебе будет. Даже дальше можешь ничего не делать. Значит, смотри, твоя задача очень простая. А вот это, кстати, как ты зовут этот персонаж? Корова. Ну что, я всю ночь ее делал. Что, не похоже? Это корова, ну пожалуйста. Корова, корова. Значит, корова умеет разговаривать. Это голодная корова такая. Посмотри, как ты слышишь, ты проходишь с коровой красиво. Попробуй, да? И останавливаешься. Хорошо? Где? Это она уже Все. Очень серьезная роль. Так, что вы ржете? Это серьезная сказка. Возвращается солдат с войны домой, в родные края. Побили мы своих врагов несметное количество. Домой идти приказ таков, приказ его величества. Я ночью делаю привал, а утречком в дорогу. Эй, Дэн! Эй, дед! Я похлебку варила? Ну, варила, варила. Тебе горшок мыть? Полно тебе, Миланья, дурью мается. Мужицкое ли это дело горшки мыть? Сама вымоешь. И не подумаю. И я не стану. Ах, так? Ладно, ладно, давай так. Кто первый с лежанки встанет, да и первое слово скажет, тому и мыть. На это я согласна. Побили мы своих врагов несметного величества. Здравия желаю, люди добрые! Здравия желаю, люди добрые! Что за напасть? Корова? Куда? В избе беда. Помочь надо. Окуну-ка я старика в реку, а вось отойдет. Стой, стой, стой! Хоть худой домой. Эй, Миланья, тебе горшок мыть. Ух, коварный! А не найдется чего-нибудь поесть? Бобо, там на гвоздике повесь. Аль, что ли, глуха стала, что не чуешь? Во-во, где хочешь, там и заночуешь. Ах, ну я твою глухоту-то вылечу. Тут за мной бабьяга и Кощей идет следом. Позвать? Не надо. Чего желаешь, солдатик? Подавай на стол. Да нечего, родимый, нечего. Эх, Миланья, Миланья. Вари кашу. Да не из чего, не из чего. Ну тогда давай топор. Ой, батюшка, не погуби. Да кашу из топора варить будем. Посмотрим, как я там кашу из топора варить буду. Пустое дело. Ничего, и не такие крепости брали, и эту одолеем. Ну как? Скоро готово будет. Жаль, только соли нету. Да найдется. Всем бы каша взяла, коли крупа была. Да и крупа найдется, вот она. Ну чего там, чего? Ну потерпи чуток. Ну чего? Хороша. Эх, еще бы масло, самую малость. Ну чего? Готово. Ура, подавай скорее есть. Не, сначала скотину накорми, квартиры прибери, а потом и ложку бери. Ну, а теперь приступай. Ой, Господи, да до чего топор наваристый. Эх, Миланья. Ну, благодарствуйте. Куда? А топор мы когда есть будем? Да, не уварился он еще. Вот старик завтра и давай. Есть. Затверди урок. Пошла наука впрок. Руки пашут, ноги пляшут, варит котелок. Побили мы своих врагов несметное количество. Домой идти приказ
нас Его Величество. На этом месте мог оказаться каждый. Ну и завершаем мы наше представление. Время летит очень быстро. Очень популярной сказкой. Правда, я не знаю, вы вообще сказки любите? Да! Да! Вот я хочу вам сказать по секрету, что я чемпионистый чемпион по всем сказкам, по всем загадкам, по всем отгадкам. Вот да, да, да. Только единственное, настолько я их много знаю, что они мне все перепутались. Вот, например, какие сказки вы знаете? Ну, так Колобок. Вот. Колобок, теремок. Теремок, колобок. Так, это многие уже знают, да? Золотая рыбка. А еще погромче? Зимовье. Маша, медведь. Колобок. Репка. Все, да, кончили сказки. Репка. А, репка, да, еще? Серый волк. Три медведя, Маша. Три медведя, да. Ну. Серый волк и серый волк. Мы не знаем еще. Щука. Да и ладно. В общем, дорогие друзья, мы так подумали, решили, с чего-то все начинается. А начинается чаще всего со сказки «Колобок». Правильно, «Колобок». Вот. Единственное, только надо вспомнить, с каких слов начинается наша сказка. Ну и любая другая. Жили, были, дед да баба. А я хочу вам сказать, что начинается с волшебного превращения. Итак, готовы? Песня. Уже волшебное превращение началось. Все. Надо верить в чудеса. Мы этой самой границы, да, идем за синим чудесом. Так. Все колдуем. Дальше. И баба! И была у них курочка ряба! Ой, что-то не туда. Мы какую-нибудь сказку рассказывали. Колобок! Я же говорю, я уже старый. Вот здесь помню, здесь не помню, а здесь артикуль. Так, значит так. О, если что, я не так, помогайте мне, подсказывайте. Проголодался дедушка и говорит бабушке: бабушка, сходи-ка к холодильнику, принеси что-нибудь вкусненькое. Не было холодильника, не было. А что было? Что было? Амбар. У соседей амбар, понял, все. Итак, свой амбар. Пошла баба, она послушная была. Пошла, намела помогать. По соседкам. Да, да. Потом вот туда положила, чего она положила туда? Маслица, естественно, муки, да? Вот, туда что еще положить? Да. Изюма положила, перца положила, горчицу. Нет. Почему-то положила и светила большого круглого чего? Колобка! Червяка! Колобка! О, горячий! Горячий. Он настолько горячий, что его положили на окошечко, чтобы он остыл. А он прыг и покатился. Как он покатился? А навстречу ему кто? Зайчик. Давай, колобок, я тебя снег не ешь, этих песен пускай. Километрами дорог. Шел не уставая. Развеселый колобок песню напевая. Показать. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от бабушки и дедушки ушел. Ля-ля-ля-ля. А погромче вместе. Ля-ля-ля-ля. Заяц колобка не съел, не съел? Нет. Тогда колобок покатился дальше. Покатился. Что ты стоишь? А навстречу ему кто? Кто? Не слышал? Волк! Бегемот! Покажите бегемотки. Зубастый. Показали все зубастого волка. А что это вы улыбаетесь? Он злой, он серьезный. Он голодный, наконец.
колобок, я тебя... Целую! Ешь! Ешь! Лучше я тебе песенку спою. Запоминайте слова. Готовы? Километрами дорог шел не уставая сквозь веселый колобок. Песню напевая показали. Я от бабушки ушел, дедушки ушел. Я от бабушки и дедушки ушел. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Колобок покатился, естественно, дальше на своих приключениях. Вот, ноги, руки, голову. Да? Это кто? Медведь. Доктор Дон? Медведь. Помогите, Змей Горыныч. Свинья. Давайте посмотрим. Ой, страшно? Нет. Кому страшно, можно закрыть глаза. Колобок сначала было тоже испугался. И забрался на самую макушку дерева. Потом вспомнил, что у него нет ни рук, ни ног, просто спустился. Какие медведи ходят, покажите. Серьезные такие, да? Лягушка бежает, голодный, приголодный. А тут вот этот самый вот. Увидел Колобка и говорит: Колобок, Колобок, я тебя... Съешь! Не ешь, лучше я тебе... Песенку спою. Споем? Километрами дорог шел не уставая, шел не уставая, развеселый дорог, песню напевая, песню напевая. Показали. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от бабушки и дедушки ушел. Маска 2015. Ну все, на этом сказка окончена. Все. Спасибо. Спасибо. Коза? Кто-то коза? Я не коза. Давайте посмотрим. Все. Самая красивая лиса во всем лесе. Ну, других просто не было. Вот. Смотри, какая красавица, красавица, да, красавица. Кстати, как выглядит лиса, помните, да, нос, скажите, какой носик, 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 все показывают носик. Нет, ну это братцы, ну ты что, а? Носик, носик, красивый, симпатичный, да? Да, хвостик. Носик. Это что у нас? Ушки. Ушки, 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 все ушки показывают, все ушки. И рога. А, это же лиса, чего мне путать, это же не касается лиса. Самая красивая лиса во всем. Мало того не обидит. Она просто искусство любит, песенки там. Увидела Колобка и говорит: Колобок, Колобок, я тебя... Съем. Не ешь лучше, я тебе... Песенку спою. Спою. И запел. Спою. Километрами дорог шел не уставая. Шел не уставая. Развеселый колобок, песню напевая, песню напевая. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я от бабушки и дедушки ушел. Стара стала сеть ко мне, как на носок. Да пропой еще разок. Ну и сел он на носок, сел и запел. Километрами дорог шел не уставая. Сань, тихо.
Чудо! Дорогие друзья, конечно же, в этой сказке всегда было, есть и будет. Лиса колобка съедает. Но один раз. Один раз. Ну, во имя Марски 2015. Давайте сделаем так, чтобы один раз. Вы не возвращайтесь, вы же добрый, да? Я же помню, вы же добрый, да? Один раз. Пускай он вернется домой. И бабушка с дедушкой его не съедят. Нет, что вы, они его законсервируют, сохранят. И вот сказки. Да, да, да. Ну что ж, спасибо. Заканчивается, но жизнь продолжается. До новых встреч на спектаклях «Маска 2015». До свидания.